хочу рассказать про наш подход, скажем, по комплексному закрытию от внутренних угроз этих злоумышленников, от которых они происходят. Как показывает наша практика, в первую очередь любая организация нацелена на распространение систем защиты информации, которая нацелена на защиту от внешнего злоумышленника, так скажем, вот от тех самых легендарных хакеров, которые пытаются взломать периметр, проникнуть в систему, украсть данные, либо что-то еще. И компания это неплохо получается, но, как скажем, построив периметр, иногда чувство ложной защищенности, либо потом уже не хватает денег, либо времени, и все начинают немножко забывать, либо откладывать на потом, а что же делать с внутренними злоумышленниками, с теми самыми людьми, которые уже внутри периметра, с теми самыми людьми, которые, говорится, могут либо сами нанести вред, либо быть каналом для них. Одним из первых решений, которые внедряет компания на этом пути, это как раз является решение DLP. Но DLP все-таки это конкретное решение, заточенное под конкретные задачи. При этом сейчас, скажем, наш современный век, наш современный мир, он приводит к тому, что те каналы, которые закрывают DLP, тех задач, которые решают DLP, уже недостаточно, к сожалению, для того, чтобы предотвратить вред, утечку информации, либо иной потенциальной, так сказать, потери, которые могут произойти. Про что я говорю? Вот как раз я говорю про две категории пользователей, которые очень интересны и которые сейчас прям, ну, по нашему опыту, очень актуальны. Это категория мобильных пользователей, это категория привилегированных пользователей. Кто это такие? Мобильные пользователи – это люди, которые работают у нас удаленно. Это наши сотрудники, это сотрудники аутсорса. Те люди, которые, говорится, не находятся в периметре компании, которые мы не можем, которые мы не можем чувствовать, они всегда, говорится, находятся где-то вне. И привилегированные пользователи. Но я думаю, вы прекрасно кто-то понимаете, это те самые, говорится, наши администраторы, которые всегда считаются доверенными, знаете, там очень богатый опыт всегда, там, когда я думаю, сталкиваюсь с написанием модели угрозы нарушителя, что делать, как правило, с угрозами от администраторов. Все граждане у нас администраторы доверенные, что мы их проверяем, у нас службы безопасности прекрасны, что люди они хорошие и ничего от них ожидать нельзя. Но, к сожалению, это, зачастую это не так. И, если посмотреть, да, на те же самые права, на те, скажем, особенности их работы, которые, то, что фактически это люди, которые являются, ну, такими маленькими богами в инфраструктуре. Они имеют доступ ко всему. Они могут полностью зачистить за собой следы. Они могут обходить, те наложенные средства механизм безопасности. Фактически они уже в инфраструктуре, и они ее владельцы. И что же мы получаем? Вот рассматривая категории пользователей. А получаем мы следующее. Вот внизу написано угроза, да, которая, в принципе, ну, они все уже нам известны. Это нарушение, утечка информации, компрометация устройств, вывод устройств и инфраструктуры. Но раньше мы с этим боролись, поставили межсетевой экран, настроили правила, все хорошо, прекрасно. А те посмотрят, что у нас происходит сегодня. Сегодня у нас что это? Это пандемия, это мобильная работа, это уже не какие-то уникальные случаи, когда там человеку за 10 лет работы выдают ноутбук, выдают VPN, скажут, ну ладно, мы тебе доверяем, работай. Это большая часть сотрудников. Это работа с аутсорсерами. То есть по факту люди уже, фактически то, что администрирование инфраструктуры отдается на сторону. Ну какие они уже после этого проверенные? Опять-таки, то, что мы заключаем контракт, заключаем NDA, но мы не знаем, что там за люди. Полноценное рабочее мобильное место. Но я думаю, в многих ваших компаниях есть даже там такая категория, как сотрудники коммерческого блока, они же СЛы, которые живут на улице, живут там в бегах, и у них там мобильных ноутбук – это рабочее место, они никогда не сидят в офисе. И вот, эти особенности работы, на самом деле, взглянуть прямо по-новому на эти угрозы, на их реализацию, то, как они будут происходить, а как от них защищаться. Просто скажу несколько примеров из жизни, сразу скажу, некоторые, они более умозрительные, некоторые практически. Банально, сотрудник выполняет функцию IT-администратора из дома. Там неважно, ваш администратор, не ваш. Ну, у человека дома один ноутбук. За этим ноутбуком сидит он, сидит жена, сидит ребенок. Жена смотрит сериалы, с торрентов качает. Ребенок качает игрушки, там, может быть, еще майнит что-нибудь попутно. И мы прекрасно понимаем, что вот этот ноутбук, да, на котором работают все, кому не лень, мягко говоря, назвать его защищенным нельзя. Ребенок скачал, говорит, приложение какое-нибудь, которое поставил. Ну, он ребенок, он, говорит, там, хоть и, говорит, сын администратора, он умеет скачивать с торрентов, но как обеспечить безопасность, не понимает. Это приложение, в принципе, может быть, как похитить конфиденциальные данные, реквизит доступа, так и обеспечить запись устройства, может быть, и там бэкдором для администрирования. Подрядная организация, тоже прям жизненный пример на самом деле. Сотрудник администратор работает в подрядной организации, обслуживают CRM-систему. Сотрудника увольняют за нерадивость, за пьянство, там уже не важно. Ну, сотрудник понимает, что он сейчас идет на выход, денег у него нет, потому что его за пьянство увольняют. И он просто решает украсть базу данных, которую организация обслуживает, чтобы потом ее продать конкурентам. И в лучшем случае украсть, потом может напоследок еще и удалить ее. Сотрудники коммерческого блока. Вы прекрасно знаете. Вот у них есть телефон, он для него все. Это и ноутбук, и рабочее место, и средства коммуникации, и все остальное. Но мы прекрасно понимаем, этот сотрудник, он также любит поиграть в игрушки, он также любит посмотреть кино, он также любит, он не любит платить за приложение, поэтому скачет из непонятных источников.
И как следствие, то, что, опять-таки, он может его потерять, он может скачать приложение, которое просто, говорится, будет транслировать всю информацию с него, пересылать, либо каким-то образом влиять на информацию. Как же бороться с этими угрозами? Потому что классические средства безопасности сейчас, они просто не справляются с этим. Вам не поможет ни антивирус, ни СЗ, НСД. Ну, конечно, можно попробовать поставить секретнет на мобильник, но я посмотрю, говорится, это, я думаю, сотрудник коммерческого блока убьет, и телефон не заведется. Как мы стараемся, когда приходим к клиентам, помочь им с этими угрозами, помочь с этими сотрудниками, что же делать? В первую очередь мы проводим анализ, мы не пытаемся в низкие средства защиты информации, все остальное, мы пытаемся именно определить те векторы защиты, которые слабые. Как правило, что это? Это механизм аутентификации. Сейчас, к сожалению, логин, пароль уже недостаточные механизмы. Потому что способы их компрометации, там, от записи на бумажке до, повторюсь, установленного постороннего приложения на устройство, которое просто сольют их в единую базу данных. Тем более, я думаю, вы сейчас там знаете, что продаются огромные массивы информации, да, почта человека, логин, пароль. Но люди сейчас не любят менять пароли. У них один пароль везде. Создание доверенной среды на мобильных устройствах. Вот как раз, что приводил пример, когда несколько людей пользуются одним устройством, фактически вся информация и при работе корпоративных устройств производится из одной среды, которая уже, в принципе, скомпрометирована изначально. Обеспечение полноты независимых функций. Это то, что я говорил. Администраторы, по факту, они владельцы инфраструктуры. Они могут потерять любые журналы событий, они могут скрыть факт своего схода. Они могут просто уничтожить элемент инфраструктуры, который отвечает за журналирование для разрешения доступа. Ну, просто взять его и удалить. Как мы решаем эти проблемы, этот подход? Решать их можно по-разному. Просто немножко отвлекусь, приведу один пример. Я видел прекрасную рекламу межсетевых экранов Cisco. Представь себе такой офис, пустое помещение, такой спуск по лестнице, вниз факелы висят, такие гобелены висят, и огромная очередь сотрудников выставшихся с бумажками стоят. Внизу стоит стол, за ним сидит такой монах в капюшоне, все. И у него две печати. На один бумажку он ставит одну печать, на другую другую. Там наезжает камера, показывается. Сотрудники подходят, на бумажке написано URL-адрес и две печати. Разрешено, запрещено. В принципе, все эти проблемы можно решить организационными мерами, там, либо какими-то иными. Там поставить за спиной у каждого сотрудника охранника, который не будет допускать его, либо еще что-то. Но мы предпочитаем 21 век, мы предпочитаем решать эту проблему более комплексно и более автоматизированно. И делаем это при помощи следующих классов решений, которые сейчас расскажу вкратце. Первое. Многофакторная аутентификация, класс решений. Что это такое? По факту мы добавляем к логину и паролю, даже не обязательно добавлять, можно заменять, некий второй фактор, который всегда подтверждает, именно, что это именно тот человек, и он обладает правом доступа в инфраструктуру. На самом деле они могут быть как отчуждаемыми, так и неотчуждаемыми. Это может быть токен какой-то с сертификатом. Это может быть неотчуждаемое ваше лицо. Все. И как бы злоумышленник не обладал какими-то реквизитами доступа, без вас самих он не получит доступ в структуру, как бы он ни стремился к этому. Решение класса MDM. В первую очередь они предназначены для создания доверенной среды на мобильных устройствах. Что это такое? По факту на вашем доверенном устройстве создается отдельная область, которая предназначена для работы с корпоративными ресурсами. Причем решения данного класса, они гарантируют, что данная область будет соответствовать вашим правилам корпоративной политики безопасности. Пароли, наличие антивируса, обновление этого антивируса, выделение отдельной области хранения данных и так далее. Вот как возвращаясь к кейсу с сотрудником коммерческого блока, да, даже если он потеряет телефон, либо будет стоять левое приложение, при работе с корпоративными ресурсами никакой троян, либо родственный ПО не получит доступ к ним. Контроль привилегированных пользователей. Вот, возвращаясь к кейсу с администраторами, что данное решение делает? Во-первых, оно обеспечит независимую регистрацию всех действий. Там ограничить администраторов систем в правах, да, идея не всегда самая хорошая, потому что качество, как правило, плохо. Там администратору можно порезать права, и нужно резать права, но мы должны понимать, если он администрирует определенную систему, он должен обладать максимальными полномочиями для решения каких-то экстренных кейсов. Вот поэтому первое решение нацелено на запись того, что делает администратор, потому что в случае инцидента для разбора и понимания, что произошло, почему произошло и кто ответственный. Второй кейс использования этого – это все-таки запрет команд, которые явно вредоносные. Ну, то есть фактически удаление, например, виртуальной машины, либо удаление виртуальной структуры, либо удаление каких-то критически важных данных. Решение данного класса на основе паттернов умеет блокировать такие команды превентивно и не давать их просто выполнить. И даже в случае проникновения, вот именно то, что вспоминаем, да, когда у нас скомпрометирован ноутбук администратора, если злоумышленник попытается выполнить какие-то команды, которые за это приведут к выводу из строя, то они будут заблокированы. Решение класса Database Activity Monitoring. На самом деле достаточно интересное решение, оно сейчас не очень распространено в России. В чем его суть? Сейчас невозможно представить ни одну информационную систему без базы данных. При этом мы все умеем хорошо контролировать сетевые потоки, мы умеем контролировать там сейчас администрирование, да? Но вот на уровне работы с базой данных
Сейчас практически ни одно решение не работает. В чем основное отличие? На самом деле, очень сильно напоминает фаервол, да, и вот на который приглашены пользователи, но оно работает уже на уровне команд с базы данных. То есть, по факту, мы умеем понимать, что было выгружено из базы, кем было выгружено, кто какие действия проводил с базой данных. Вот опять-таки пример, да, вот когда сотрудник компании аутсорсинга будет увольняться, он имеет право доступа к системе CRM, он ее администрирует, он там администратор. Но, например, если попытается полностью выгрузить базу данных, то на это можно настроить алерт. Либо если он попытается выгрузить команду drop database, это можно запретить. Но вот именно работу вот на этом уровне уже даже необходимо контролировать. Потому что сейчас ни одно решение, вот именно ни DLP, ни межсетевые экраны, данные, госпоток не контролируют. Если человек является администратором системы, то фактически он не подконтролен. Тоже интересное решение, решение класса DAC. Что это такое? Вот сколько файловых шарок у вас в компаниях? Я думаю, много. Там у каждого порядочного человека должна быть папка «разобрать». Либо папка там на файловом шаре всякая. Как правило, что лежит в этой папке, там никто уже не знает, не помнит. А при этом там может быть очень много чего интересного. Например, когда мы очерчиваем периметр защиты, когда мы очерчиваем именно ту инфраструктуру, которую необходимо защищать и контролировать, мы просто иногда не понимаем, что у нас выпадают некоторые точки контроля из поля зрения. Вот данное решение, в первую очередь, для выявления и инвентаризации вот именно защищаемых активов, чтобы мы понимали, что где лежит, понимали, что необходимо защищать, либо какие точки надо просто вывести, что там лежат специальные данные, где они просто не должны лежать. В принципе, решение каждого класса из них может быть внедрено отдельно. Там, если ну как-то там, последовательно, отдельно. Но надо понимать, что опять-таки всегда надо проблему подходить комплексно. То, что возможность полностью перекрыть, вот, как раз то, что я говорил вначале, комплексная защита от внутренних угроз, возможно только при комплексном решении внедрении вот такого класса решений. Вот здесь на схеме мы как раз изобразили, как вот эти решения должны выглядеть в структуре предприятия, чтобы максимально нейтрализовать данную угрозу, либо минимизировать последствия от них. Вот, собственно, удаленный пользователь, удаленные администраторы, которые необходимы многофакторной аутентификации. Если вы заметите, то у нас через многофакторную аутентификацию сервер идут в том числе и внутренние пользователи. Потому что не надо забывать то, что там компрометация порой может произойти на рабочем месте. Просто вспоминаем листочек с паролем. Дальше как раз контроль мобильной среды. Все администраторы проходят через контроль привилегированных пользователей решения класса PAM. Дальше весь поток данных. Ну тут, смотрите, у меня отображено, что в принципе они стоят в параллель, но они могут стоять как в разрыв. Но тут надо понимать, что любого решения в разрыв, да, это определенные риски. Тут есть вариативность, надо смотреть за критичной информацией. Ну и, в принципе, наш любимый DLP, я, конечно, про него не рассказывал, но они забывают, что самое много решений класса DLP, они обязательны, и они работают в совокупности с данным решением данного класса. Вот, то есть посмотрите, в принципе, вот как раз это решение, они позволят все вот эти кейсы перекрыть. То есть по факту у нас как бы не будет скомплементированный пароль, у нас всегда есть второй фактор. У нас всегда будет контроль администраторов. То, что даже если ребенок дорвется до консоли администрирования и захочет что-нибудь пошалить, то ему это не получится. Все шаги будут записаны. Администратор скопировать базу данных не сможет. Вот. Ну, повторюсь, каждое решение может быть внедрено отдельно, да, в зависимости от того, какие угрозы наиболее актуальны для вас. Если у вас, например, много администраторов, да, то в первую очередь решение класса PAM. Если у вас много мобильных пользователей, решение это класса MDM и многофакторная нотификация. Это все обсуждается, все смотрится именно конкретной компании. Но не надо забывать то, что всего лишь, скажем, средства защиты информации, средства защиты информации. Если их просто поставить, да, опять-таки, очень часто там сталкиваются с тем, что компания купила, например, межсетевой экран, поставила его, либо купила там даже MDM, все, мы защищены. Да не защищены вы. Потому что любое решение, оно, требует грамотного внедрения. То есть фактически это люди, обладающие нужной экспертизой, нужной квалификацией, должны посмотреть, что защищать, от чего защищать, какие категории пользователей есть, какие основные угрозы, как правильно выработать требования политики, чтобы это не мешало бизнесу. Вот на самом деле с бизнесом, вот иногда очень ключевая особенность, да, почему очень многие не любят безопасность? Потому что, говорится, мешает бизнесу. Вот ключевая особенность внедрения, особенно класса, решения такого класса, который непосредственно влияет на пользователя, это разобраться, вот найти вот этот баланс, гармонию между бизнесом и защитой информации. Определение порядка эксплуатации. Также все внедрили, говорится, как там, классическая проблема с интеграторами. Интегратор пришел, внедрил, ушел. Но это плохой интегратор на самом деле. Вот, мы всегда стараемся именно даже, когда производим внедрение, да, именно рассказать заказчику, как правильно эксплуатировать, как его поддерживать. Это как набор технических инструкций, так именно неких организационных мер. То есть что регулярно должна производиться инвентаризация, регулярно должны пересматриваться роли доступа, регулярно должны пересматриваться именно категории пользователей, которые работают с информацией. Регулярно должна быть инвентаризация. То есть это должен быть замкнутый процесс, и только в этом случае это будет работать. Вот, я сейчас рассказал именно о наложенных защитных информации, о внешних, которые стоят и защищают. Но прошу не забывать вот как раз то, что основная проблема, да, то, что это всего лишь часть решения.
А основные риски в том числе происходят из-за того, что банально в системе нет управления доступом. Что такое? Мы можем сколько угодно защищаться от людей, но если у нас в самой системе не реализовано грамотное разграничение, грамотное управление доступом, как раз те роли и все остальное в системе уже, в бизнес-системе, то вот эти решения, ну это будет как мертвому припарка. Вот и как раз вот про решение по управлению доступом, да, и как правильно выстроить это внутри компании, внутри информационной системы, расскажет мой коллега Юрий Губанов. Я, соответственно, расскажу свою презентацию, ее цель. Будет в разрезе внутренних угроз и в разрезе управления доступом, о том, как мы эту задачу решаем в наших заказчиков, и о том, самое главное, что продукты сами по себе в части управления доступа, они не позволяют полностью закрыть весь спектр проблематики, которые есть у заказчика, что нужно смотреть несколько шире и достигать некоторой синергии технологий между собой для достижения, для решения тех задач, которые отдельно решить невозможно. Ну, как некоторая проблематика, да, там, по там, нашим отчетам, по той информации, которую мы видим на рынке и собираем аналитику, с точки зрения внутренних угроз, там порядка 20% инцидентов информационной безопасности, они происходят потому, что внутренний доступ в компании, он некорректно, предоставление внутреннего доступа, оно некорректно выстроено, оно не совсем правильно используется, да, не все люди, которые должны иметь доступ там, условно к файловым шарам, например, только на чтение, да, то есть тут могут возникать некоторые кейсы из жизни, когда там, условно, отделение одного крупного московского банка встает на день из-за того, что вирус-шифровальщик словил там, один из операторов, вот, а по факту там, она не должна была иметь доступ на запись на файловую шару, но там, по каким-то причинам, потому что давно работала в банке, имела. По факту это привело к такому критичному инциденту информационной безопасности, остановке работы отделения банка на целый день, а соответственно финансовым потерям. С помощью каких технологий мы решаем технологии управления доступом, мы решаем разнообразные задачи заказчика. Несомненно, базовой технологией здесь является IDM, IGA-система, которая интегрируется с кадровым источником, с большим количеством целевых и смежных систем заказчика, собирает в себя всю базовую информацию, которая необходима, и потом через интеграции может предоставлять информацию в дополнительные продукты, с помощью которых уже получается решать проблему. Да, Николай чуть выше уже в целом достаточно подробно рассказал о каждой технологии. Здесь я останавливаться уже не буду. Чуть ниже покажу, но на конкретных примерах, на конкретных кейсах, каким образом совмещение дает ту самую синергию. Если говорить про систему управления доступа и подход к решению задачи, здесь важно мыслить в слоях. Порой заказчики слишком много внимания уделяют именно вот человеческому слою, да, где люди непосредственно работают с системой, с интерфейсом, непосредственно просматривают информацию о доступе, имеет возможность подать, согласовать заявки. На этом же слое, по сути, находится рабочее место офицера информационной безопасности, который может непосредственно выполнять свои функции, расследовать те самые инциденты. Но, там, на мой взгляд, там, главным и важным слоем это является процессный слой, потому что системы класса управления доступа, они в первую очередь предназначены для того, чтобы оптимизировать те процессы, которые есть в компании, для там, достижения максимальной прибыльности и безубыточности бизнеса. Вот. То есть важно все-таки обращать основное внимание на процессы и при внедрении таких систем в первую очередь смотреть на методологию, да, идти не от IT-системы, которая решит задачи, а идти от нормализации методологии тех процессов, которые есть в организации, для их оптимизации, для, соответственно, решения этой задачи.
Ну и, соответственно, там самый низкоуровневый слой – это слой интеграции, где уже происходит непосредственное взаимодействие системы с целевыми системами, с кадровыми источниками, с какими-то смежными системами, то есть через коннекторы, через ряд интеграционных механизмов, соответственно, системы связываются с другими IT-решениями и создают некоторый комплекс. Как это все влияет непосредственно на бизнес в некоторые там, в измеримые плоскости? Да, сейчас здесь представлена работа нескольких наших партнеров, которые занимаются исследованиями рынка. Там каждое из исследований оно проводилось в различных сегментах. Тут важно отметить, что, в общем-то, там та ситуация, которая есть, условно говоря, в ритейле, и та ситуация, которая есть в банках, она достаточно существенно может различаться из-за там специфики бизнеса. В том же ритейле есть там огромная текучка кадров, и там системы управления доступа позволяют достаточно быстро позволять там пользователям заниматься непосредственно своими функциональными обязанностями и приступать к ним, а не терять время на согласование доступа. Да, то есть здесь это важно. То есть там самый простой разрез – это оптимизация, это разрез автоматизации, когда мы ускоряем какие-то процессы, снимаем дополнительную нагрузку со службы технической поддержки, да, высвобождая ресурс для, скажем так, решения более таких серьезных задач, чем обработка заявок там, с сервис-деска. Если смотреть в разрезе информационной безопасности, то тут, несомненно, появляется возможность сокращать риски, которые связаны, например, с бесхозными учетными записями, которые есть в компании, как правило, в которых не внедрены решения такого класса. Там те же учетные записи, которые используются для межсетевого взаимодействия, порой они не привязаны к конкретным пользователям, и при возникновении информационной безопасности не всегда понятно, как офицеру ИБ на это реагировать. То есть непонятно, кто же все-таки был ответственный за те или иные учетные записи, там, как же там проводить некоторые там мероприятия по минимизации рисков. Помимо сокращения лишних учетных записей, одним из важных тезисов здесь является то, что мы переносим ответственность с технических специалистов, которые этот доступ выдают уже по факту согласованный, да, то есть там в почте, в РС-системе, там еще каким-то видом, да, то есть мы убираем тот человеческий фактор и позволяем конечным перенести ответственность на бизнес, который, по сути, при нажатии кнопочки «Согласовать» уже фактически является драйвером предоставления того или иного доступа. Если говорить про ту синергию, которая получается в результате использования нескольких технологий, каждая из этих технологий решает некоторую свою задачу. Да? То есть Identity Governance and Administration решает задачу управления доступом и учетными записями пользователями в целевой системе. Single Sign-On позволяет пробрасывать пароль в там, весь стек целевых систем. А многофакторная аутентификация позволяет там повысить уровень информационной безопасности и понимать, что перед нами находится именно этот пользователь. При совмещении этих технологий в один продукт, в один проект, мы получаем возможность получить там новый value, да? Например, это отказ от паролей для пользователей, да? При этом сохраняется достаточно высокий уровень информационной безопасности. Чуть ниже расскажу на нашем живом заказчике о том, как этот проект был реализован. Если говорить про технологии IJ и DCAP, то есть по отдельности они решают, опять же, каждую свою задачу. DCAP позволяет управлять доступом к неструктурированным данным, но при совмещении этих технологий у нас появляется возможность в IJ-систему забирать ту информацию, которую там, напрямую мы забрать через IJ не можем. Да? То есть понимать, во-первых, кто пользуется тем доступом неструктурированным, да, на тех же самых файловых шарах, и на основе этой информации строить ролевую модель, помогать строить заказчику ролевую модель. А как правило, в организациях построение ролевой модели
это является таким краеугольным процессом. Не очень понятно, как к этому подступиться. Если IGA-система со своей стороны может собрать там некоторый первичный технический анализ и показать, там, какие пользователи куда имеют доступ, вот фактически выгрузив их из целевых систем и связав с сотрудниками из кадрового источника, то совмещая эту технологию, во-первых, мы, совмещая эти технологии, мы имеем возможность и работать с атрибутивной моделью доступа, что обычно IDM не позволяет, и в том числе при выдаче и работе с доступом учитывать категоризацию, которая существует. Если говорить про наш реализованный проект в одной из крупных московской финансовой организации, банке, была некоторая проблематика, когда сотрудники ставили себе достаточно простые пароли, а для банка это, в общем-то, достаточно критичный кейс. Соответственно, первое решение информационной безопасности было усилить парольную политику, но после этого сотрудники стали писать их на стикерах, клеить себе на мониторы. Вот. Ну, там, под каждого сотрудника сзади там, человека ИБшника не поставишь, поэтому там было принято решение о комплексном некотором проекте, реализации комплексного проекта, результатом которого явился следующий кейс. Да? Теперь сотрудник банка с утра, приходя на работу, прикладывает свою карточку к скуду, только подходит на свое рабочее место, кладет ее на картридер, получает с помощью, соответственно, многофакторной аутентификации второй фактор в виде смс-ки и после этого получает доступ к своим корпоративным ресурсам. А IGA-система раз в неделю огромный 40-значный пароль еженедельно меняет, и, в общем-то, там, подобрать его там будет достаточно сложно. Да? В итоге пользователи довольны, что не нужно им запоминать сложные пароли, и, соответственно, информационная безопасность и бизнес спокоен за сохранность своих данных. Опять же, такие кейсы есть в различных секторах экономики, там не только в финансах, но и производство, но и госкомпании. Обычно в каждом секторе есть некоторая своя наклонность по предпосылкам, по проблематике. И, соответственно, с помощью применения всего этого стека технологий у нас есть возможность решать эти задачи достаточно комплексно. Да, если говорить там, про те же производственные предприятия, это там, технологический сегмент АСУТП, который мы можем защищать с помощью там, синергии IDM-а, ПАМ-а, МФА, да, тем самым предоставляя к нему доступ. Два слова буквально там, на минутку про нашу платформу Solar Inrights IGA. Да, здесь она, здесь представлена ее архитектура, здесь мы не отличаемся от в целом любой мировой платформы IDM. Забираем данные, мастер-данные из кадрового доверенного источника информации, накладываем определенные политики и транслируем через коннекторы в целевые системы. Да, целевой системой здесь может выступать в целом любая система, имеющая реляционную базу данных или каталожную структуру. Вот. Ну и за счет, там последний слайд, и за счет чего, соответственно, у нас появляется возможность достаточно просто интегрироваться, да, те самые руки, да, это наш достаточно сильно развитый API, позволяет достаточно просто интегрироваться с различными технологиями сторонними, так и там, через там, либо хранимые процедуры, либо через syslog мы можем проинтегрироваться с такими системами, как CM, и передавать информацию, там, подсвечивать какие-то инциденты информационной безопасности уже на уровне там, всей компании.